ты здесь медленно. Нет, ты вниз не сядешь, уже получается. Мимо проходит, вон механизм здесь. А что здесь смотреть? Не, катиться кто-то, может, не можете, там же крутые спуски, а здесь топология. Ну не можешь катиться, зачем сюда вообще подниматься? Ну сюда поднялся, отсюда катись, пожалуйста. Ну, вот, да. Здесь надо уходить в лес, он. Нет, я говорю, зачем сейчас здесь садиться и вниз спускаться? Ну да, что здесь нечего смотреть, да, никуда смотри, не сходишь никуда. Маленький сейчас пойдет, или по этой поедет. Палка катается. Сеня тоже сам сейчас приезжает, сам катается. Я ему такой билет сделал, 2000 туда положил. Здесь крышу жжик туда, и подниматься надо. Поэтому лучше пересечь по лесу, спуститься оттуда. И будет, ну то здесь лезть вверх надо. Немножко неправильно они сделали. Заход туда. Маленький тоже, видишь, он просто плугом катится. Какие ты? Как много так разговариваешь? Что ж это иногда?